Доброго времени суток. Сегодня хотела вам показать, как я буду переукоренять верхушку фиалки. Это сорт Эрсе Аквамарин. Специально оставила его. Сорт очень красивый, очень популярный, как вы видите. Видите, как он популярностью пользуется, что осталась совершенно одна вот такая у него верхушечка. Но ситуацию надо же исправлять как-то, поэтому мы будем с вами его сегодня омолаживать розеточку. Видите, какой длинный стебель, то есть заглублять его уже смыслов, да, сейчас нет, поэтому мы будем верхушечку убирать совсем. Итак, вот наша фиалочка, мы ее сейчас, вот тут видите, у нее маленькие-маленькие пошли уже боковые побеги, мы ее аккуратненько вот так вот, таким образом сейчас срежем. Чуть-чуть, ну фактически ее, мне кажется, даже можно было сломить. Вот, видите, что у нас получилось. Вот это вот старое мы все вот убираем. Вот эти все. Вот такой пенечек я оставляю, для того, чтобы вот эти вот деточки у нас доросли. Значит, убираем. Что мы делаем, значит, с вот этим вот обрезанным экземпляром фиалки? Убираем мы лишние листья. Чтобы чем меньше листьев, тем меньше растение сил будет расходовать на них, и, соответственно, будет лучше укореняться. Поэтому лишние листья нам совершенно не нужны. По возможности мы их убираем. Ну, я вот думаю, что вот так вот вполне достаточно нам будет с вами. Значит, вот я приготовила горшок с дренажом. Фиалочку мы подсушиваем. Определенное время, в течение минут 10-15, вполне достаточно. Дальше мы грунт насыпаем в такой вот маленький, это 200-граммовый по литражу стаканчик. Насыпаем. Грунт мы не уплотняем, еще раз напоминаю. Значит, вот таким образом. И аккуратненько фиалочку туда садим. Тут лишний листик еще. Забыла убрать. Вот таким образом. Чуть-чуть испачкался листик. Чуть-чуть мы ее присыпаем. Таким образом. Ничего страшного. Листики мы чуть-чуть почистим. Это не страшно. Вот таким образом мы делаем. Чтобы растение не падало. Чтобы не падало, чтобы сильно не утрамбовывать, можно поставить растению дополнительную опору. В этом ничего страшного нет. Какую-нибудь палочку. Ну там, на что у вас еще фантазии хватит. То есть, таким образом, чтобы растение просто не заваливалось. Когда оно укоренится, оно уже само по себе у вас никуда не денется. Значит, вот мы, значит, с фиалочку таким образом. Еще чуть-чуть досыплю грунта. Посадили. Землю мы увлажняем. Увлажняю, вот у меня такая штучка, я ее чуть-чуть вот землю увлажняю. То есть ключевое слово увлажняю. И помещаю в зип-пакетик. Кто-то ставит в эти, в пластиковые короба фиалки, но я считаю, зип-пакет это более экономит пространство, на мой взгляд. То есть эту фиалочку можно как куда-то отдельно поставить. Совершенно переставлять с места на место, она ни от кого не зависит, можно где-то, где место есть, куда-нибудь с краю поставить. То есть вот таким вот образом мы ее помещаем в зип-пакетик. Сразу же не ставим в воду, что сокращает время, она у вас прекрасно укоренится. И без этой, и без этого, как сказать, дополнительной процедуры. Поэтому мы вот таким вот образом аккуратненько делаем. Застегиваем зип-пакет. Он плохо застегивается. Ножка у меня, ну ничего, сейчас мы его застегнем.
и помещаем растение в хорошо освещенное место, но не напрямую солнце. Итак, вот так вот у нас все получилось. Растение мы сейчас поставим на его место. Через месяц где-то оно у нас укоренится. То есть это вариант, когда мы сразу садим в землю, сокращает нам, экономит нам значительно время. То есть мы не ждем, когда растение, например, укоренится в воде. И все быстрее происходит и для растения, и, как говорится, для нас. Поэтому на сегодня все. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Будет много интересного, полезного. И до новых встреч!